Здравствуйте, дорогие друзья! Возможно, вы думали, что изображения химических соединений остались в школьном прошлом и забыты навсегда? Однако дизайнеры нашли вдохновение и здесь, перенеся их в облик источников света. Итак, сегодня на обзоре так называемая люстра-молекула, новый тренд в освещении пространства, коллекция CityLux CL138 Til. В серии представлены две модели потолочных люстр на 6 и 8 плафонов и настенный светильник бра. Корпус изделия металлический, цвет – сочетание хрома и декоративных элементов кофейного коричневого цвета. Плафоны круглой формы, стеклянные, прозрачные, модного медового оттенка. Штанги-рожки двойные, что позволяет собрать люстру по-разному. При горизонтальном расположении рожков высота будет всего 30 см. Также вы можете собрать свой неповторимый вариант светильника, расположив штанги-рожки под разными углами, тогда высота изменится максимум до 45 см. Это означает, что они прекрасно подойдут для освещения помещений со стандартной высотой потолков площадью до 25 квадратных метров. Во всех изделиях серии используются лампочки с цоколем Е27, максимальной мощностью для ламп накаливания 60 Вт. Светодиодные лампочки можно использовать более яркие. Рекомендую применять прозрачные филаментные лампы. Люстры поставляются в компактной упаковке в разобранном виде. При сборке инструкция, естественно, прилагается. Изделие можно подключить для работы как с одноклавишным, так и с двухклавишным выключателем. Подходит для всех типов потолков, в том числе и натяжных. Тип крепления к потолку – планка. Настенный светильник – бра с одним плафоном, который при монтаже можно установить вверх или вниз. На корпусе есть удобный выключатель. Тип крепления к стене – планка. Модели CityLux CL138 Til отлично подходят для освещения современных интерьеров в квартирах и загородных домах. Я уверен, что для творческих людей такое воплощение структуры молекулярных частиц будет неисчерпаемым источником вдохновения. А я на этом прощаюсь с вами. До новых встреч!